Chyba masz sens. Nie. Я же говорю, обсуждали с Антоном. Блять, и луч на меня, и в руку взял. Это вообще что за хрень? Зависть. Обломки. Спасибо. Откинул. КД было второй раз откидывать. Да, я только хотел поставить, меня сбрило топотом. Да, я хочешь. А, кому интересно, примерно это будет выглядеть так. Сначала я их сведу в одну пачку, потом дам стан, а ОЕшки дальше заливайте. А можно тыкнуть? Спасибо. А Т-тринку-то один, кстати.
Подойдите, если ездить, пожалуйста. Крипса умер. Ну, обломки в рейд. Сейчас, если позволишь, был, короче, такой косяк. Он перед тем, как рука развалилась, он взял меня в руку и, получается, выкинул далеко. Я пока чаржился, они, ну, мобы уже стали активны и настучали мне в спину. Вот я говорю, в спину нельзя, чтобы били мобы, это пиздец иначе. Просто в секунду стерли. Я не юзал.
еще раз, ты там немножко пропадал, задрулю по кому? А. Сейчас спрашиваешь, кого СС? Я не про СС, я думал БР, типа конкретно кого-то держать. Две ловушки ставят метки. Холи забить. По возможности БЦ энергетик, пожалуйста. У меня без маны по нулям. Шаман, ставьте тогда, пожалуйста. У меня нету. Так, на предыдущий. Рука. Рука. Руку давайте. Руку. А потом левую там.
На кота. А у меня слышит стрел. Ну все, я танк. Да. Называешь. Они геолокацию этих хомов починили? Да, они агрили босса всегда, когда она спускалась вот здесь. А вон Антон, твоя правая рука. Левая, я правая. А, так, какой рукой ты там? Как бы странно не звучало. А, я думал, Антон в рейде. Я готов чилить, если что. Лок, секонд шпок. Не, у меня слабый лям. Я специализировался на рестер шамане, в основном лям это так, косвенный спек. Да, я понаблюдаю, пока со стрима, я как бы смотрю двое. Момента. Хантов, встаньте ближе намного. Чего вы там дали раз это самое? Тут меня нет. Нормально пошло.
Заберите котов, пожалуйста. Да, спрыгнул. Он не встал. Пятнадцать секунд. Дикий. Да.
Ужасно. Рисните, пожалуйста. Да, поезд тканевый. Ха. Ну да. Нихера себе. Конечно. Кому параша, а кому нет. Пойдем тебе трэш. Она, я на тебя напулил. Я думал, это танки. Сейчас, секунду. У них там, наверное, гильдия из локов состояла, потому что весь рейд — это одни локи. О, а что я? Я банила, его перебанивают. Один, короче, берет бан, другой его разбанивает, да? Типа. Это такая операция от варлоков. Все нормально. Нет, ну учитывая то, что 5 варлоков, как бы мы должны все-таки в бане его держать. Ну так. А рога? Ну
Давай, уроки хотя бы кош есть. Посмотри на шаманов. Варлоки — это первые строки в рекаунте. Да-да-да-да. Где-то тут проскочил крутящий паладин. Тут вот, я снова полутала и упал в шмонт. Блин, кинжал, чёрт тебя подери! Вспомнили пророка. Это мой кинжал. Это же Бигвара. Какая жалость, на сроге, блядь, в рейде нету, но... Макс написал, что я забил. Скриншот кидаем, блин. А чё там? Рурга между кем? Такая хан кинжал аж говно, не? Дай мне на расстрелы. Подходи. Йорч. А вот смотри, у нас доска керты. Я... Там кто-то привёл с собой. Мобов. Еуе. Мы их тоже откидывать будем. Тайфуном в ответ. Ну, а чё вы? Как раз без символа, как надо. А пэты сугробы триггерят? Ну или нет? Кто-то сагрил. У какого? Нашего? Того самого? Давай. Ну я о том же. Как тот самый Евгений. Ай-яй-яй. Баганыч? Рыкачука. А. Она не формируется вместе с них. А зачем сразу по двум-то сугробам наступать? В два раза больше кожи получается. Бля. Истина. Не, ну а чё, на моменте старта как бы с них лут падал. Да-да. Жаль, с червяков сферы не падали. Мы бы были самыми богатыми. Воронки.
Вот, я не понимаю. Рыба, рыба. Где рыба? Просто люди, короче, у меня на маунтах, и я не вижу вообще ничего. Да, кстати, фласки перебейте. Если я умру. Слава, стой, я сейчас курицу поставлю. Трись. Все, курица, ну, бафнула уже, можно Локи, можете возле костра левого стоять, тут две штучки. Только рядом не стойте, иначе потушите. Ну да. Все отошли. Надо гиру поддать.
успеем. Да, что? Хорошо, что я отдала грудь, сейчас бы возвращались. Ну, хоть что-то. То есть тот чест все-таки ушел? Арканафлик. Мелем крит собирает обычно. Арканафлик, демон. Не, я уступлю кольцо. Я уступлю, я фаер. Да. Собирал? Паладин. Да, ну если это надо. Но одному магу точно не надо, так что я не ролю. А у Вада не четвертый разве будет? У меня тоже есть кусок, если что. Ну, ноги, да. Меня слышно? У база, кажется, четвертый будет. Нет? Так, без проблем, как хочешь. Думай. Мне... Мы на Торе были, на Фрее. Да. Да-да. До куда был открыт контент? До Везерса. Thank you.
Был, был, конечно. Да. Ну, здесь никого не убивали, еще кроме. Если Хабира, в двадцатке никого, в десятке фул. Все. Да, в десятке фул. Нет, он тогда не работал, когда мы били. После этого мы больше туда больше, после этого больше туда не ходили. Ну, у меня учеба завтра, типа, вот. Да. Там ЕГЭ скоро. Не кусу. Подла. Я точно смогу. Не думаю, то, что я буду, а курик, типа. Дряхлый. Запусти. Запусти РТ, пускай я нажму да, кто завтра придет. Да. Все нормально, я думаю, что что обсуждать сейчас. Давайте ему вот эту недельку дорейдим уже вот так, как оно сейчас есть, короче, чтобы люди немножко притерлись, чтобы понимали вообще, ну, получается, не получается вместе играть. То есть сейчас сходим у льду, там, 25, потом можно там пару десяточек сгонять. Макс 25-ку сгоняем. Как бы в любом случае, ну, все на связи. Друг друга будем дополнять. Если в конце недели, как бы, там ты со своими ребятами пообщаешься, там, типа, потому что, ну, я же планирую, что я все-таки покажу ребятам, как я рели. Ну, вот. Да, все нормально, нет, все нормально. Привет, так.
Согласен, согласен, все верно. Все, хорошо, не вопрос. Завтра я к вас не буду вовремя. Вот эти слова, это вообще, я не приветствую такого в рейде. Ну, слова оскорбления, это очень, типа, такое... Банально не уложить. Да. Войд. Все мы хотим узнать, мы идем по ролу дальше или идем по консулу, то что-то не... Ты можешь обозначить тогда хотя бы людей, чтобы точно уже знать, кто что будет решать. 2-3 человека обозначим, которые будут решать, кому шмотки уходят. Предложение такое для обсуждения. Мы просто играли на этой системе, очень удобная система консул, но при наличии класс-лидеров, когда класс-лидер, представитель всего класса, решает еще до рейда, кто что хочет вынести, без всякой ругани, каждый идет, получает хотя бы по одной шмотке, и ну, класс-лидеры — это и есть члены консул-совета. Ну,
как предложение. Можно и втроем, меньше голосований. Да, я вообще не против, я за любой движухи. Может, я лучше? Я знаю все бисы на Мэга. Кто это говорит? Это Мирекс говорит. Это Шадоу Мирекс говорит. Ливни отсюда. Не, на самом деле Шадоу Мирекс бестолковый парень, лучше его не слушать. Понятно, Антоха, подстава. Не, ну по бису Ульдуару я знаю, что на арку, что на фаер. А будет шанс на следующем РТ мне подамажить? Ну, ловить КД с ДВ виде или лучше оставить для нашей первой? Ну, я изначально одна отсюда. Шаманов, то есть там один. Я хотела с ним поговорить. Это что у него за спек? Он вкачал, короче, этот, священную жертву, но божественного стража не качнул. Зачем? Зачем? Поговорите со своим Холли Паладином. Я вам рекомендую. Ну, я говорю, вот, ну, в этом плане мы, ну, я, то есть, я говорю, ну, я как бы к чему все подводил, что, типа, мы вот эту неделю дорейдим, а там дальше, как бы, твои ребята послушают, как я релью там, мои ребята с вашими поиграют, там пообщаются, что к чему. И если мы к концу недели придем к общему знаменателю, что типа, ну, все, типа, чики-пики, то я вообще не вижу проблем, что мы бы к вам перешли. Потому что у вас все-таки гильда 16-го левела, у нас она 4-го. А на название гильдии мне, в принципе, вообще наплевать. То есть, вообще наплевать. Мне пофиг даже, чтобы гильда называлась там Ко-Ко-Ко, что например. То я бы себе создал бы ник под этот, под название гильды. Ну вот.
До кашу потом. Я точно помню ДКшника, а вот кто еще был, не помню. Можно кое-что уточнить? Я хотела бы поинтересоваться, а вот если... Вдруг будет так, что вы релите, вы всегда так грязно материтесь, или это не обязательно? Ебать. Да-да-да, вот. Моя мама против. Не-не-не, я тоже в наушниках просто, ну, самой не очень приятно это. Поэтому хотела прояснить. Нет, типа, если вы постоянно так делаете, то окей, без проблем. Просто хотела знать, есть ли какие-то опции. Это порыв души. Забудьте Кирилла. И крик души, да. Я поняла. У нас... А, Войт. У нас есть культурная неделя, вспоминаю. Провалил тогда. Если Антон не матерится, значит, вы слишком все хорошо делаете. Хорошо сказал. Спайш, расскажи, как я развалил гильдо. Если Антон не матерится, значит, у него не работает микрофон. Жиза. Стрим, что-то там, сингл стрим. Wake up. Нет, я не про это вообще. Нет. Там будет нам все истории рассказывать. Как культурно выразиться? А.
Удалим? Нет, конечно, нет. А что за чаты там были? А то я вот знаю таких, может быть. А, у нас Анастасийка Хант с гильдой. С какой гильдой пришла? С Джоков. Свои откровенные фотографии в диске, да. Наши пацаны, например, рейда слюни пускали. Но знаешь, как они быстро боссов-то убивают? Ничего, думала, откуда у нас ФК взялись? Да-да. Угу. А через рой там, по-моему, символ и так стоит, он дает какой-то баф. А в Т4 каждый раз, когда вы наносите урон заклинанием роя насекомых, последующее заклинание звездный огонь в течение 10 секунд может быть применено мгновенно. То есть это не совсем то. Там про нарис говорю какой-нибудь ока, ну вот такую всякую чушь. Пост У меня вопрос есть, а что с Тагариусом, он куда попал? Он футболист. Тагариус, футболист профессиональный, у него начался сезон тренировок. Вот он, ну, подпишет, наверное. Сборы, скорее всего, у него просто. Да. Все, я принял. Теперь ты станешь нашим футболистом. Ну, пока что... Что еще? Войт, я хотел сказать. Что-то хотел. А, короче, я банк почистила, все вывезла со второй вкладки и взяла эти чарки, распределила туда. По одной штучке положила, чтобы люди забирали. И стали писать мне эти. Настя, можешь?